Губернатор Сергей Жвачкин обратился к жителям накануне перехода на обязательный масочный режим, который в нашем регионе вводится с 18 мая. Цитата. «Обязательный масочный режим на общественном транспорте, в торговых центрах и в других многолюдных общественных местах – это не прихоть власти, а здоровье людей. В условиях, когда 65% болеет коронавирусом бессимптомно, мы должны максимально обезопасить друг друга. Маску в магазине или в автобусе нужно носить не для губернатора, полицейского или врача, а в первую очередь для себя. При этом на улице маску носить не обязательно», – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. Глава региона отметил, что разрешено использовать многоразовые защитные маски, которые в достаточном объеме и по доступным ценам сегодня выпускают предприятия Томска, Северска и Стрежевого. Также губернатор сообщил, что те, кто не может использовать перчатки, могут пользоваться дезинфицирующими средствами. «Мы договорились с крупнейшими торговыми сетями, что все они будут оснащены бесплатными для посетителей дезинфицирующими средствами. На входе и выходе из торговых центров посетители будут иметь возможность продезинфицировать руки», – сказал Сергей Жвачкин. Глава региона еще раз напомнил, что дальнейшее смягчение режима самоизоляции с открытием ранее закрытых учреждений и отраслей зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. «Как быстро мы вернемся к нормальной жизни, зависит только от нас, от нашей самодисциплины, от того, как бережно мы относимся к своему здоровью и здоровью окружающих. Рассчитываю на понимание и ответственность наших жителей», – подчеркнул Сергей Жвачкин.